Надо будет куда-нибудь довалить уже. В принципе, можно по прямой уже. Приветствую. Я думала, они типа сейчас начнут залупаться. Все, погнали. Вроде бы прошли. Не, ты че? А, блядь! Блядь, ты долбоеб, у тебя задержка в развитии или что? Водка на мне сегодня. Ну, кстати, похоже на Дольче Габбана, на Гуччи. Дольке Габбана, да. Что, 925 тысяч? Портфель Гуччи. Руку на сердце стой. Ой, вы охренели, что ли? Я в шортах. Хочешь играть в популярные? Игры и не экономить на завтраках, забирай с праймом за 100 в магазине с и ежедневными. Ссылка в описании. Где твой мальчик? Раз. Два. Так все, хватит. Брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. На мосту стоит верблюд. Его пятеро. Двое в уши, трое в нос. Довели его до слез. Ты что, все уже Хеса? Да, сейчас. Да, ясно. Тебя просят. Шо? Все, доволен. Это где? А я сердечко. Это кто? А я агрессивный. Это там Гексоген сидел? Это подожди, это тусовка с... Бородина! Я. Ты чё орёшь? Нашёл! Я тебе бегал по всему респу, искал, не мог найти, прикинь. Привет, my friends! Привет! Это граната под нас! Он остановился! Граната! Я вижу. Ебать. Ясно. Пока, Сергей. Смородина! Смородина! Жирный, тупоголовый чмошник! Смородина, не про тебя, не про Дренниса. Про Усю Устика осуждаю. А так? Он и в самом деле, ну, употребляет наркотики, типа, сорян. Володя, Вова. Но он реально употребляет, типа. Я сам это лично видел, как он это делает. Серьезно, он при мне, блядь, это делал. Я сейчас не шучу, я серьезно говорю. Тебе пишут. Хесус подтвердил, что ты нарик. Ебать, долбоеб. Пошел нахуй этот Хесус. Эй, блядь, твою дочь. О, блядь. Где-нибудь нахуй. А что, косарь, а? Где-нибудь на Украине нахуй, понял? Спасибо, суперхиро, алё. Первый раз доначу. Да это все равно всем в наркоту потом идёт. Вы охуели, блядь? Меньше, чем три. Сейчас узнаем, а как дела? Что, как дела? Можно в камеру? Да. Сейчас. Я случайно увидела там один отклик. Меня послал нахуй один крендель. Кто? И дай ему пусть сдохнет. У меня все хорошо. Кого? Да это чат, это типа... Чат не чат, он сказал смерть нахуй. Я посылаю ему назад, меня пусть боится. Кто это такая? Хорошо. У него сейчас неприятности посыпятся. Ох, как сильно. Окей. Давай. Кто это такой? Лол, кого? Это моторист. Чего? Это был мотоциклист? Баллон. Смешно. Вот это история, бля. Вот это жизнь, вот, знаешь. Я еще под стримом бахнула эту всю хуйню. А у меня баллон, короче, кончился, и мне пришлось под стрим, представляешь? Была больная. Ее нужно было вытаскивать, пацаны, блять, это болезнь, вы понимаете? Она уже больна. Это все, это не болезнь, нормально. Ненормально. Пожалуйста, я хочу связаться с теми людьми, которые искренне помогут Танюше, Танечке, нашей любимой стримерше. Пожалуйста, блядь, помогите.
Я прошу, реально, ни у кого, блядь, помощи никогда не просила. Прошу, помогите Тане, блядь, вызовите наряд полиции, вызовите, блядь, наряд реанимации, скорой, блядь, помогите, пожалуйста. Я не знаю, я дам денег, я, блядь, позову, позвоню ее родителям, папе, маме своей, блядь, всем позвоню, блядь, вызовите наряд, нахуй, ОМОНа. Пожалуйста, блядь, заберите ее вместе с ее шарами из ее квартиры, блядь. Заберите нахуй ее, пожалуйста, блядь. Изолируйте ото всех, я вас, блядь, прошу. Пиздец. Надо просто дождаться вас круг, короче, машину себе не разъебать. А что было там? О, шеф. Да, да, да. Люблю кочки в этой игре. Так и как это поджигать? В смысле? Мы же не умеем огонь переносить. Как ты это поджег? А кто сказал, что я это поджег? Я думал, что нужен факел, но факелов-то в игре нету. Как ты это сделал, а? Как ты это сделал? Должны быть кнопки, я понял. Я не в курсе. А, я крутил, и она зажглась, что ли? Серьезно? Господи боже. Нарезки Гикса со стримфеста. 1 часть. Ссылка удалена. 2 часть. Ссылка удалена. Спасибо, домастер. Может, завтра посмотрим. Все понятно, окей. Кто это придумал? Маньяки какие-то. Хейли написала Таня. Так вот. Я думал, это типа горе в семье. Обычные шарики, знаете, когда ты берешь так, в себя вдуваешь, короче, и у тебя голос меняется. А он стоит 1000 рублей, я думаю, что так дорого, блядь, за один шарик, ты что, ебанулся, что ли? Офигеть. Вот. И этот чувак, у которого днюха, покупает эти шары, где-то штуки 3. За 3 косаря. Такой, ты чё, дурак, что ли? Почему так дорого? И мне дает, говорит, давай. Я такой, шо давай? Думал, голос сейчас поменяю. Я такой... И меня как ебануло, короче, ну, накрыло. Просто как в бошку мне дало. Я вуу, и полетел. Мне уши заложило. Я думаю, чё происходит? У меня чуть, блядь, паника не началась. Я реально чуть не сдох. Я такой, вау, шо? У меня тоже такое было, это очень страшно. Блять, 4-я, ёбаный рот. Или это то же самое? Вот смотри, блять. Нахуй, смотри, ляж творит, блять. Ну ты видишь, блять. Вот, ну ты видишь, блять. Тиктокеры. Ну вот, вот так вот и живем. О, плюс хедшотики. Заебали спойлерить дауны. Ваши мамки тоже умрут, а мстители вернутся в прошлое, вернутся в прошлое, когда твоя мамка игралась в песочнице, потом набьют ей ебасосину, блять, посадят ее на кукан на педофилычах чисто. И все, ебать. А потом вернутся в прошлое к твоему бате, срежут ему яйца и выпустят все их содержимое в унитаз, и ты не родишься, долбоеб. А, как тебе хуево. Я бы на твоем месте расстроился. Я бы на твоем месте расстроился, братан. А чё так жестко? Да ладно. Вау! Тендерли Бае! Любовь моя! Посмотри на меня! Эй, смотрите, это та, которая в маске песни поет. Maybe, baby, baby, maybe, baby, 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 maybe. Осуждаю, сэр. Напиши мне, я тебе сегодня донат скину. Сядь на место. Я ей понравился. Ты видел? Она у меня на крючке, тебя чувак! Посадят. У девочек стример сразу просыпается, что ли, материнский инстинкт, а у пацанов что-то типа сука, набил бы ебало Владу. Бля, мне вот этот мем нравится. Это что ли материнский инстинкт, а у пацанов что-то типа сука. Вот как это слово читать? Вот это вот. Я реально. Влада, да, сука. Ну, что это? Вот как? Типа. Что это такое? Ну ты типа, типа быканул. Дайте мне вообще. Блин, господи. Я упала, я испугалась, господи.
300 евро, фига. Ну, красиво. Ну, хоть где-то пригодился. Да? Ну, ты технарь, да? Ты... Да. Блять! Да какого хуя я перенести хотел? Сейчас. Смотрите. Рот горит. Давай! Сверли! Давай! Урод. Сейчас. Она сейчас вам вообще сгорит. Это она дымит или нет? Блин. Не парься. Ща. Ё-моё. Не, все, ей конечно. Пицца, сэр. По нарезкам? Я всегда говорила, что гексоген долбоёб, просто конченый долбоёб по нарезкам. Вживую он пиздец так-то нормально адекватный, я в шоке. Нет, извинись, я... Как он это ест? Извинюсь. Я говорила, что гексоген долбоёб по нарезкам. Я всегда это примечала, типа, я всегда говорила, что гексоген долбоёб, я говорила, что гексоген просто конченый урод, я его всегда скипала, но это, блядь, очевидно, он как бы меня поймет по нарезкам, как бы все так говорили. То, что он яйца на своих стримах, на стриме показывал, то, что он пылесосом, ну, как бы все. А сейчас я как бы приношу искренние извинения перед ним, потому что он нормальный, адекватный. Жизни. Жизни адекватный. Ты сделаешь на Твиче. Ну ладно, нормально все, ребят, просто я к тому, что, не знаю, видосик про Танюху очень жесткий, я под таким впечатлением. Я как-то вчера, когда его посмотрела, типа, я для себя ничего не открыла нового. Вот, блин, ребят, вы очень многое не знаете. Это был трехочковый мимо ведра. Мимо пакета. Знаете, я очень часто буду это повторять, вы судите вообще очень неправильно. Знаете, есть стримерши, которые очень хорошо скрывают свои какие-то подобные поступки и кажутся очень милыми и прекрасными, там, я не знаю, без... там косяка, а сами там ебутся со всеми подряд, там курят, пьют, бухают и все такое. Но они как бы вы этого не знаете, поэтому вам кажется, что это самые прекрасные милые стримерши. Не, я сейчас досмотрю видос. Пожалуйста, хватит, пожалуйста.